Из-за повышения уровня моря под водой до конца столетия могут оказаться десятки квадратных километров побережья Апеннинского полуострова. Как сообщают в итальянском национальном агентстве по новым технологиям, таковы последние результаты моделирования изменения климата. Суперкомпьютеры проанализировали данные океанографии, геологии и геофизики для составления подробных краткосрочных и долгосрочных прогнозов уровней Средиземного моря. Список территорий под угрозой затопления увеличился почти вдвое. В нем упомянуты берега Абруцци, Апулии, Сицилии, Сардинии и Тосканы. Ранее на конференции ООН по климату было объявлено, что к 2100 году из-за таяния полярных льдов уровень мирового океана может повыситься на метр. Это, впрочем, самый пессимистичный прогноз. В разных частях света наступление моря будет неравномерным. Так, в Фиджи, по оценкам Всемирного банка, в течение 10 лет надо будет потратить 4,5 миллиарда долларов, чтобы минимизировать последствия повышения воды в океане. Сопоставимые средства на строительство защитных барьеров уже потратили в Венеции.